Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Essential B Heyu 60 сделать очистку кэша. В первую очередь выключаем наше устройство, и затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно несколько секунд. После того, как кран загорается, можем отпустить кнопку включения и продолжаем держать только кнопку громкости вверх. Таким вот образом. Попадаем в такое вот меню. В данном меню, используя кнопки громкости для перемещения и кнопку включения, чтобы сделать выбор, выбираем опцию Wipe Cache Partition и затем подтверждаем операцию, выбрав Yes. И спустя пару секунд появляется сообщение Cache Wipe Complete, и после этого можем выбирать первую опцию Reboot System Now, и наш телефон будет перезапущен, как обычно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!